вершины прямоугольного треугольника. Вершина С прямоугольного треугольника. А зачем вы там замкнутый построили? Прямая. Все отлично. Две прямые. Две прямые – это когда угол А прямой или угол Б прямой. На самом деле интереснее, это надо было выковать точки А и Б. Вот это точно надо было сделать. Потому что С, конечно, не равно А, и С не равно Б. Да, отлично. Дальше. Здесь и здесь. Кто нарисует правильный ответ? Когда угол АСБ прямой? Прямоугольник. Мы сегодня весь день этим занимаемся. Если провести окружность с диаметром АБ. АБ? Да. То есть? Да, 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 да. 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 А то, если... Ну, вот эти точки смотрите. Если взять, ну вот... Любую точку, не обязательно посередине. Любую точку? Да. То угол... Ну, вот это... Да, совершенно верно. Ребята, мы сегодня весь день про это говорим. 90 градусов АСБ, это значит точка С лежит на окружности с диаметром АВ. То есть прямоугольный треугольник бывает по разным причинам прямоугольный. Либо угол А прямой, и тогда точка лежит здесь, С. Либо угол Б прямой, либо угол С. Отлично.